4 февраля глава района Андрей Дорошевский проверил ход строительства начальной школы в поселке Афипском. Этот вопрос стоит на постоянном контроле у главы из-за регулярных нарушений графика работ. Глава поинтересовался, почему с момента последнего его визита на объекте ничего не изменилось. По заявлению представителя подрядной организации, все еще остается проблема нехватки рабочих рук. Многие строители заболели и не могут приступить к работе. Общение с подрядчиком плодов не принесло. Напомним, что новый блок для начальных классов Афипского лицея на 400 мест должны сдать в апреле 2022 года.